Стратегию 2030 сегодня обсудили в Доме правительства Якутии. Там прошли общественные слушания проекта социально-экономического развития республики до 2030 года. В обсуждении приняли участие доверенные лица главы Якутии, общественности и представители 10 районов республики. Они присоединились к обсуждению по видеоконференц-связи. О чем говорили и какие выводы сделали участники дискуссии, расскажет Розалия Борисова. В режиме реального времени на связь из Москвы вышел Егор Борисов, глава республики, подчеркнул. Главной, основной фигурой стратегии является человек и создание условий для полноценной реализации человеческого потенциала. Значит, большое внимание уделено стратегии развития местного производства. Это агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, это производство художественных и сувенирных изделий, народные ремесла, промыслы. Это то, с чем связана жизнь нашего сельского жителя. Мы рассчитываем, что если сейчас доля местного производства составляет 3,4% в валовом региональном продукте, то к 2030 году эта доля достигнет 8%. Обсудить проект пришла общественность республики. Представители сфер здравоохранения, предпринимательства, науки выразили свое мнение о том, как должна развиваться Якутия. Сегодня очень остро стоит проблема, что на уровне поселений не хватает кадров, специалистов по молодежной политике, на уровне муниципалитетов тоже очень мало средств выделяется, и чтобы усилить нашу работу именно на местах для привлечения молодежи по всем направлениям народного хозяйства, мы предлагаем все-таки в республике был построен дворец молодежи. Вместе с общественниками в обсуждении приняли участие представители районов. В режиме видеоконференц-связи высказались около 10 муниципалитетов. Мы должны сегодня очень внимательно подумать и постараться заглянуть в наше будущее. 30-й год, он уже, можно сказать, не за горами, это уже завтра. 15 лет пройдет, мы даже не заметим, как до этого дойдем. А вот заглянуть в 50-й год, вот эта задачка уже очень серьезная, потому что надо знать, как весь мир будет развиваться, что будет происходить в технологическом на технологическом фронте. Отраслевые проблемы будут обсуждаться в течение месяца. 1-2 декабря планируется провести итоговую научно-практическую конференцию. Инкацу года разработать план стратегии 2030. И после ее утверждения начнется планомерная реализация. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.